Всем привет, с вами я, Вова Тишевский, и 11.11.2016 года произойдет день шопинга. И ежегодно компания или уже корпорация, или уже мега корпорейшн Алиэкспресс проводит супер распродажу. Они суетят различных продавцов, они суетят различных производителей, на то, чтобы те в этот день делали скидки. И те делают скидки на определенное количество моделей ниже себестоимости. Ну, по крайней мере, текущей себестоимости в будущем. Возможно, эти цены такие и будут, там, после Нового года. Но 11 ноября многие производители снижают на лимитированное количество устройств, точнее по штукам и по устройствам цены и очень-очень даже. Компания Xiaomi и официальный магазин Xiaomi на AliExpress тоже снижает цены на ряд товаров. Кстати, если говорить о Xiaomi, я скажу, что о Xiaomi я знаю не понаслышке. Mi 5, Redmi Pro, Redmi Note 4, Redmi Note 3 Pro, там еще есть Redmi 3S. Все эти телефоны реально очень классные. И все в своей ценовой категории очень-очень даже годные. Давайте посмотрим, действительно ли на те предложения, которые предлагает в 11-11 компания Xiaomi, будут выгодные цены. Давайте посмотрим. Итак. Первое ⁇ это Xiaomi Mi 5S. Этот смартфон будет продаваться за 295 долларов. На сегодняшний день минимальная цена на него 325 долларов. То есть на 30 долларов дешевле. Это очень хорошее предложение. Что касается самого смартфона, он имеет самые последние топовые характеристики. Это... Классную камеру, это сверхмощный процессор, сканер отпечатка пальцев, это возможность работы с различных сетях, также функция NFC, быстрой зарядки, 5.15 экран точнее, да, 5.15, и, кстати, здесь тоже 5.15 в Mi 5, я обязательно сделаю даже сравнение в ближайшем будущем, но если говорить о минимальном, как бы, вот, варианте, это 3 гига оперативки 64 гигабайта, они по распродаже будут стоить даже дешевле, чем сам Xiaomi Mi 5, тоже на версию 3.64, это очень круто, цена хорошая, но всего лишь 1000 аппаратов лимитировано, поэтому, если вы смотрите это видео 10 числа, добавьте себе это видео в закладку. В описании к видео я оставлю вам прямую ссылку на э, акцию, то есть на страницу покупки, и потом вы сможете автомат быстро перейти и ну или вот, кстати, на эту страничку я тоже оставлю. И не смотреть анонс, а нажмете купить и купите себе этот аппарат. Кстати, давайте посмотрим по анонсу, что у нас есть. Сейчас вы видите цена 368 долларов. Это реально очень высокая цена за стандартный Silver Аппарат, кстати, едет ко мне тоже Silver аппарат. Посмотрим. Надеюсь, что может быть еще какой-то цвет добавят. Тем не менее, реально цена очень-очень даже. Плюс можно будет еще применить купончики. Там различные Алиэкспресс предлагают. Ну, по купончикам вы сами разбираетесь. Ну, аппарат реально зачетный 3.64. То есть это будет модификация 364. Сейчас видите на него цена здесь немалая. Следующий аппарат, который будет продаваться по супер выгодной цене, это Xiaomi Redmi Note 4. Вот он этот аппаратик Redmi Note 4. Я его брал за 165 долларов. Это реально, ну, на то время была выгодная цена, потому что, ну, потом он, нет, даже не за 165. А за 165 это я брал Redmi Note 3 Pro 32. А этот я брал где-то за 155 долларов. Но, тем не менее, 135 будет его цена. Соответственно, на 20 долларов дешевле. Это за версию 2.16 и за версию...

3.64, их выделено больше, вот, кстати, 3.64, у меня есть желание, возможно, прикупить, ну, посмотрим, как будет по возможности. А, что касается этого смартфона, у него 10-ядерный процессор Helio X20, такой как в Meizu MX6, который стоит 240 долларов. У него есть сканер отпечатка пальцев, хороший 5,5 Full HD экран, металлический корпус и 4000 мА батарейка. Это его большие плюсы. Мне нравится этот аппарат. Единственное, Единственное, что могу сказать, что а, по играм не всегда он так прям вот хорош в производительности, но с новыми прошивками становится все лучше и лучше, и автономность тоже все лучше и лучше. Пока как раз аппарат дойдет до, до вас, то все будет окейно. Следующий момент, это у нас Xiaomi Mi Band 2. Я его тоже ношу, видите, у меня есть Xiaomi Mi Band 2. Мне он достался по цене 39 долларов, когда он только вышел. Представьте себе, он был изначально стоил вообще 50 долларов. Сейчас его можно будет купить. 5000 штук лимитированная версия по 22,99. Это очень выгодная цена. Кстати, у меня еще два месяца назад, спрашивали, Вова, а как ты думаешь, на распродажу 11-11 этот браслет будет стоить где-то 25 долларов? Представьте себе, его вообще за 23 дадут. Это очень круто. Видео о эксплуатации, я думаю, что в ближайшее время вам запишу и расскажу. Следующий аппарат это Xiaomi Mi Pad. Планшетка просто реально бестеллер, э, можно так сказать. Это самый наверное, лучший планшет в ценовой категории до 250 долларов. Лучше его нет вообще. Ни одна компания, ни Asus, ни Acer, ни Lenovo, ни Samsung, вообще ни одна компания не может предложить за такую цену такой классный планшет. Здесь у нас пластиковый корпус, ретина экран, 2 гига оперативки, 64 гига встроенной памяти, 6700 мА батарейка, 8 основная и 5 фронтальная камеры. Nvidia Tegra K1 процессор, который тянет все игры на максимум. Нет ни одной игры. Может быть, будут какие-то глюки, связанные с тем, что некоторые игры уже требуют Android 5 и 1 и выше. И второй как бы, момент, который может быть, это ну, какая-то не оптимизация игры. То есть, но ну, в основном, вот танки, GTA, все эти плюшки, фишки, все идет просто на высшем уровне. Планшет просто бомбовый однозначно. Цена очень классная. Redmi 3S Xiaomi. Есть он у меня тоже. Вот Xiaomi Redmi 3S. Отличный гаджет, за свои деньги просто то, что надо. Реально, классный процессор, мощность, автономность бомбическая. Ну, конечно, уступает ному. Ному, конечно, вообще вырывает. Вот. И, кстати, по экрану он тоже уступает ному. То есть, ному круче. Но ному это пыли влагозащищенный, толстый, большой телефон. Да, здесь 5000 мА батарейка, но по толщине значительно тоньше Redmi 3S, чем NOMU. А вообще, говорить о Xiaomi в таком ценовом сегменте может с трудом конкурировать Meizu M3S, который у меня тоже, кстати, есть. Есть у меня Meizu M3S. Кстати, они в одной ценовой категории, но практически во всем выигрывает а, Xiaomi. Вот как-то так. Давайте будем дальше смотреть, что еще предлагает на 11.11 -11 компания Xiaomi. Это Redmi Note 3 Prime. Если сравнивать в цене. Prime версия на 32 гигабайта. Стоит 150 долларов. Их будет 30... 3000 штук. 3000 будет штуча. А 180 будет стоить Redmi Note 4. Вот Redmi Note 4. Redmi Note 3 Pro Prime. Вот два аппаратика. Какой из них купить скажете вы? Я бы конечно брал бы Redmi Note 4. Но если вы, к примеру, хотели купить Redmi Note 4 216, то лучше купите Redmi Note 3 Pro Prime 332. Он будет более интересен, потому что я на сегодняшний день считаю, что минимальная встроенная память, которая должна быть у вас в смартфоне, это 32 гигабайта. А лучше 64. И это однозначно важный момент. И давайте приступим к следующему девайсу, который это Xiaomi Mi Max. Xiaomi Mi Max будет продаваться по просто космической низкой цене 180 долларов за версию 3.32. Да, конечно, версия 3.64 имеет более мощный процессор Qualcomm Dragon 652, ну и, конечно, больше встроенной памяти, но 3.32 однозначно понравится вам, по той причине, что 3.32 это уже минималочка по встроенной памяти, отлично, и цена очень-очень даже хорошая. 180 долларов, сейчас вообще 200 баксов его можно купить с Китая. Вот 199.99 или 205 за серую, за золотую 199.99. Хотя и эта цена тоже хорошая. Но 180 долларов это вообще шикарная цена. Xiaomi Mi Max интересен тем, что у него гигантский экран 644. И э, хорошая производительность за свою цену. Это комбо мини-планшет большой смартфон. Все в одном. Если вам такой аппарат интересен, то Mi Max, я думаю, что вас удовлетворит однозначно. Вот такие шикарные предложения от Xiaomi ожидают вас 11 ноября. Сразу хочу еще вам сказать несколько моментов, которые возможно вам пригодятся. Таких пару советов. Первый совет приготовьтесь долго ждать доставку. Хотя, если вы, конечно, один из самых первых оформите и вам как бы по очереди вышлет одному из первых, то потенциально вы ну, как бы можете рассчитывать на быструю доставку. Также не забудьте попросить продавца, если вы заказываете товар выше таможенного лимита вашей страны, чтобы он указал, что это телефон и указать цену ниже таможенного порога. К примеру, в Украине это 170 долларов. Попросите, чтобы продавец написал вам 120 долларов и телефон, чтобы не MP4 плеер там или какую-нибудь херню, извините за выражение, они часто пишут, а чтобы реально написал, что это телефон, и он стоит таких-то денег. И вероятность того, что э, аппарат попадет на таможню, будет очень-очень минимальная. То есть я вот, к примеру, Redmi Pro заказывал, и он стоил значительно дороже Mi 5, то есть и они все прошли таможню, потому что я вот так вот писал. Поэтому, друзья, будьте внимательны, заказывайте то, что вам нравится, пишите в комментариях, какие из аппаратов вам нравятся на 11 .11, и вы собираетесь их покупать, и мы вместе с вами пообсуждаем в комментариях. Я часто отвечаю на комменты, которые вы пишете под видео, поэтому пишите, не стесняйтесь, и мы с вами скоро увидимся в следующих видео, которые будут к 11.11, .11, и, возможно, на 11, 11, даже 10, и 11, и 12 числа будут онлайн трансляции прямо на моем канале, в которых я буду давать онлайн консультации при покупке каких-либо гаджетов. В общем-то об этом будет видео попозже, ближе к 11, более подробно я вам все расскажу. Будем готовиться вместе с вами, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие интересные видео. Всем пока, до скорых встреч в новых видео. А также подписывайтесь на страницы социальных сетей, группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер.